ты. Как только виртуоз Владимир Аверин дотрагивается до струн балалайки, хочется пуститься в пляс. В эти минуты он не похож на почтенного мэтра, заслуженного артиста России, а очень смахивает на озорного скомороха. Балалайку в качестве инструмента он выбрал случайно, когда 12-летним мальчишкой услышал ее звуки по радио. И вот однажды я сидел на кухне, а она у нас на кухне была, в городе Первоуральске, Свердловской области, и передают балалайку, которая исполняет такую чудную мелодию вообще. Я не знал, что это за мелодия, но знакомая, в общем-то. А потом я узнал, это «Летят утки». Балалаечник-самоучка быстро выучил нотную грамоту. Но по иронии судьбы Владимир отложил трехструнку. После школы пришлось идти на завод. Но даже за станком он чувствовал, что его место на сцене с балалайкой в руках. Через 2 года Аверин поступил в музыкальное училище. Есть такое выражение «пошел на арапа». Что называется, то есть вот приняли. Ну, может быть, хорошо сыграл. Но я в музыке, конечно, был профан. Училище Владимир окончил с отличием, а дальше все как по накатанной. Победа во всероссийских конкурсах и мировые гастроли. В 1994-м он стал лауреатом премии Красноярского края в области традиционной народной культуры. В 2004-м награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством. И это далеко не все. Сейчас Аверин преподаватель и заведующий кафедрой народных инструментов. И теперь для него главное не личные успехи, а достижения своих учеников. Вот этот инструмент одного из лучших музыкальных мастеров. Он сейчас живет в Италии, изготавливает скрипки, альты. Валерий Иванович Прилипко, он тоже мой ученик. Счастье педагога заключается прежде всего в том, педагога-музыканта, я имею в виду, когда он видит, что его ученики, его воспитанники играют лучше, чем он. Пока у студентов достичь такого профессионализма не получается, но педагог готов репетировать с ними до идеального звучания. Даже во время интервью краем уха следит за подопечными. Первую долю потерял. Спасибо. Вот ты посмотри. Вот ты играешь, когда играешь. Наконец-то у нас начинает осваиваться и появляться такой мощный пласт произведений для балалайки без сопровождения. И пишут профессиональные композиторы для балалайки без сопровождения. А о чем это говорит? Это говорит о том, что инструмент становится самодостаточным. Ноября в Большом академическом концертном зале Красноярского государственного института искусств пройдет концерт в честь 75-летия заслуженного артиста России. Поздравить мэтра придут студенты, выпускники и коллеги. И зал, несомненно, будет полон.